Всем привет! Мы в городе Самара на короткой программе наших прекрасных девушек. Давайте смотреть, а потом с ними пообщаемся. У тебя очень интересная последовательность в программе. Мне программу поставила Вера Анатольевна Речнян, она из Америки прилетала. И она ставит так программы, что элементы должны ложиться под музыку, не... Ты выбираешь, как элементы прыгать, а она выбирает, что вот здесь ложится вращение, здесь дорожка будет, вот флип, концерт, по музыке так лучше. У тебя очень мягкое такое кошачье катание, ты дополнительно занимаешься скольжением? Вера Анатольевна также приезжала, ставила скольжение, мы просто часами отрабатывали, могли час отрабатывать одну тройку, чтобы правильно ее делать. Ничего себе. Мне кажется, что тебя во время программы чуть-чуть потряхивало. Я стала в первоначальную позу, и я понимаю, что у меня изнутри идет какой-то мандраж. Я такая, так, выключили все, голову выключили, все, что я делала на тренировках, надо повторить. И на дорожке я тоже сама это понимала. Так, Ксюша, на двух ногах стой. Аккуратно, а то сейчас на попу бахнешься. Ну ладно, ты не бахнулась, да, это уже хорошо. Да. Поэтому поздравляю тебя и удачи в произвольном программе. Спасибо большое. Твое искусство заставляет сердце замирать. Да, да, Дарья, ты настоящая принцесса льда. Так мило. Да. Еще котик очень милый. Дарья, я видела, что вы волновались перед прокатом. Как справились с волнением? Отключила все мысли вообще. Это достаточно тяжело. Все равно какие-то мысли посещают все время. И они просто вот так вот крутятся у тебя, и ты не знаешь, что с этим делать. Да я сама, если честно, еще не до конца поняла, как полностью отключать, вообще полностью отключить мысли, мне кажется, вообще невозможно. Все равно там что-нибудь да проскакивает, и у меня вначале был такой не самый лучший фрип, и я думаю, он мне помог взбодриться в начале программы, и все остальное сделать хорошо. Самые безумные мысли, которые тебя посещали во время проката на протяжении всей карьеры. У меня там, что я буду кушать вечером. Я такая, ну, я тогда очень любила шоколад, и я думаю, вот я приду после проката, поем шоколадку, мне будет так хорошо. Ну, такого, наверное, у меня еще не было. Самое, наверное, странное и страшное для спортсмена, это у меня было такое, что я сейчас упаду, я сейчас точно упаду. В произвольной программе как-то будешь готовиться. Прогуляюсь, покушаю. Хорошо. Ну ладно, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. О, привет. Хорошо. Ну что, рассказывай, как ты настраивалась. Я прям видела, ты была в себе, а это самое плохое, наверное, для спортсмена. Я даже пыталась тебя как-то взбодрить. Ну да, удар по спине привел меня в себя. Шестиминутка прошла не очень, поэтому я была не в себе, в прострации. В себе, но не в себе. Да, в себе. Да, Сергей Викторович мне сказал, приходи в себя. Видимо, получилось немножко прийти в себя. И... Да. Прокатать без падений. Я просто на Луц, я так переживала. Ну вот, кстати, на Луц я заходила спокойнее всего. Хотя за Луц я переживала очень сильно и много, и больше всего. Наверное, самый волнительный был флип. Расскажи тогда в произвольном программе. Доедешь? Я постараюсь доехать. Самое главное — Луц. Самое главное — Луц, да, сделать. Все остальное уже не важно. Ну все, давай тогда иди. Свои ноги бей. Завтра, пожалуйста, стягивай. Приведи меня в чувство перед прокатом. Я думаю, что завтра все будет в порядке. Кстати, я передала свою энергию, когда держала свою одежду, передала Сергею Викторовичу. Спасибо. Так что она заряжена на успех. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо.